В Институте психологии и образования доктор Аксель Герман выступил с докладом для студентов и преподавателей Казанского университета. Он представил свою модель подготовки учителей, которая используется в Дрезденском университете. Рассказал о системе национальных стандартов образования педагогов из Германии. В своем выступлении доктор Герман затронул исторический экскурс и то, как повлиял Болонский процесс на развитие учителей. Мне кажется, что сейчас мы находимся на этапе интернационализации высшего образования, и мы пришли к тому, что вопросы подготовки учителей уже можно рассматривать на международном уровне. Это касается и студенческого обмена, который сейчас особенно активен и находится уже в действии. Это и возможности учителей. В ближайшие дни доктор Герман посетит еще и Лабужский институт, а в воскресенье вернется к себе на родину. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс.